Я вообще как-нибудь на пленар сюда приеду. Вот, то что-то как-то само. Мы сейчас в Вятском закончили, отписались неделю назад. Вот, две недели, там 14 дней работали. Хорошая выставка, Казарновская открывала ее. Ну, в принципе, да, я знаю, там, это место. Да. Да, красивое место, и так вот красиво все подано было. Вот, с Ярославля приезжали. Но все равно я вот обратил внимание, что в Чувашии, что вот, ну, в Татарстане, может, но у нас губернаторы или как-то очень мало отношений к искусству. Почему, я так не знаю. Что в Костромской, там, в Ярославской, там такой интерес, понимаешь, вот, в структур чиновников. Помогают в каких-то выставках, что-то это там. Вот на моей выставке была инаугурация губернатора Ярославской области на фоне моей выставки. Там фотографии, там все. Не купили, правда, зараза, ничего, но тем не менее. Хотя бы хоть что-то кому-то пальцем показал. Вот суки! Да. Ну, хоть это приятно, но потом открытие какое было, все равно так. Ну, не, ну все приятно, но ты понимаешь, когда ты все тут начинаешь, вот, мне тут сейчас тоже вот цикадина, ты выставки в этом году сделал? Я не делал. Я равно накладно очень. Накладно, это привези, упакуй работу. Привези, увези, повесь. Вот привез в прошлой выставке, две рамы разбиты. Аккуратно замотали этим, знаешь, этой пленкой. Пленкой, и все, и думают, все, я пришел. Раньше пупырка вертывали. Так нет, этой пленочкой приносим, да, работу, вот, работу все в раме. Вот снимаю, она хоп, рассыпается. Я говорю, это что за... Это... Такое часто... Да нет, ну это, ты понимаешь, это еще... Каждая эта работа, там, а рамы большие, вот это... Ой, да ладно, что говорить, сам знаешь, что. Да, конечно. Но мне невыгодно сейчас, смотри, в Ярославле в Миллениум закончилась выставка, вот где вот инаугурация была. В хороших отношениях вот с Натальей Валерьевной, директором этого комплекса. Вот. И она говорит, да пусть постоит. Я вот сейчас договорился в Ярославле, в Рыбинске. Вот. 80 километров до Рыбинска, в Ярославле, чем мне тащить опять Чебоксары неизвестно куда. А может потом в Суздаль сорганизуем. Ну, да. А сколько работы? Надо здесь договариваться. Вот тут тоже. Ну, у меня вот передвижная, она где-то 50-55. Ну, это небольшой размер. Ну, да, да. 55. Вот то, что ты видел вот, в этом... В Плюсе? Да. Купили я... что-нибудь? В Плюсе две работы купили. Два. Хорошо. Ну, по полтиннику. Хотя бы 100 тысяч. Хорошо, слушай, ну ты уже оправдал, как говорится. Да, да. Да, бензин хотя бы оправдал. Две да. работы взяли. Ну, это хорошо. И то не... как говорится, уже в завершении, там, когда уже практически снимали, я же там расстроился, вообще ничего не было.